конечно, победы нам нужны, набор очков нужны. И ребята, чтобы вы себя почувствовали, поверили, это очень важные игры, особенно домашние игры. Вот. Я думаю, что сегодня будет все нормально, будем выходить, работать и отрабатывать каждый момент. Так к кому же специально готовились? Мы к каждой команде готовимся одинаково, и каждой команде настраиваемся одинаково, потому что все команды сейчас ровные в лиге, вы сами все видите прекрасно. Вот. И команда готова по-боевому, так что будем надеяться, что все будет хорошо с ними. После предыдущего матча на пресс-конференции Анатолий Емелин говорил, что защитники так маловато подключаются к атакам. Вот на этом делали акцент? Акцент не делали, то, что защитники подключаются мало к атакам. Мы играем по ситуации, особенно защитники, они должны понимать, что когда можно включиться в атаку, когда нельзя, когда надо сыграть строго. То есть, смотря с каким соперником играем, какие стороны у соперника сильные, слабые, и мы стараемся это использовать в течение игры. Пока нет капитана Игоря Гибриленко, что-то известно о его появлении в ближайшем? Игорь, я думаю, что на следующий игру он уже будет готов, и он тренируется. Вот, так что здесь это вопрос доктора.